столкнуться любой дачник на приусадебном участке. Начнем, наверное, с самых серьезных. Это столбняк, острая бактериальная инфекция, которая вызывается бактерией, столбнячной палочкой, которая в неактивном состоянии может долгое время находиться в земле. При повреждении кожных покровов, то есть при ране, ожоге, укусе насекомого, в ранку может попасть земля вместе с этой палочкой и перейти уже в активное состояние, потому что создаются благоприятные условия. Это определенная температура тела человека и отсутствие кислорода. Тогда палочка начинает выделять цитанотоксин, который поражает нервную систему и в том числе дыхательные, сердечно-сосудистые центры. Как она проявляется в начальном этапе, чтобы вот вовремя? Это непроизвольные мышечные подергивания могут развиваться. В принципе, если мы видим повреждение кожное, да, и понимаем, что туда могла попасть земля или ржавчина, то есть это глубокая какая-нибудь, да, колотая рана, то, во-первых, рану необходимо обработать проточной водой известного качества, антисептиками, которые имеются, да, в аптечке, это мироместин, может, хлоргексидин, перекись водорода, и обратиться в ближайшую поликлинику или травмпункт для того, чтобы поставить вакцину. Кто находится в зоне риска?